Да, что такое? Что-то срочное, я просто занят чуть-чуть. Не дозвониться, не дописаться. Вообще, Пол, хочешь знать? Все равно чувствую, что это будет пацан, так что смысл вообще на ген хватит. Мы сейчас узнаем, кто у нас будет третий ребенок. Удивительно, ну давай. Сука! Кто-то выбыл уже! Выбыла девочка. Ну, как я и говорил. Это похоже на два яичка, а между ними мальчик. Волнительный момент. У нас будет еще одна дочь! Клёво. Я рад. Ура! Будем идти победного, значит. Победного пацана. Мне в любом случае нужен пацан, наследник. Продолжитель рода. Мне нужен победитель, царь. Надо, ну типа, сделать. Мне же пацан нужен. Как я буду в глаза родителям своим смотреть? Я давай, больше не буду рожать. Это звук расстегивающегося пакета, из которого выпадают наши разбитые мечты. Не наши, а твои. Понимаешь, я больше не буду рожать. Она будет рожать еще.